Каждый год более 1 миллиарда человек во всем мире почти на 30 дней отказываются от своего привычного образа жизни. Для мусульман наступает священный месяц Рамадан, одно из главных событий года. Что такое Рамадан? Рамадан – 9-й месяц по лунному календарю. На него приходится пост, длящийся 29 или 30 дней, в зависимости от движения Луны. Пост в Рамадан является одним из 5 столпов ислама и обязателен для всех мусульман. Соблюдая пост, мусульмане испытывают силу своей веры и умение противостоять страстям и искушениям. Рамадан начинается на следующий день после новолуния, и день этот определяют, специально наблюдая за Луной. Кто освобождается от соблюдения поста? Дети, душевно больные, страдающие физическими недугами, пожилые люди, путники, находящиеся дальше, чем на 90 километров от дома, женщины в периоды беременности, кормления грудью и менструации. Если причина временная, как в последнем случае, пропущенные дни поста необходимо восполнить. Не имеющие возможности поститься должны кормить бедняков. Как проходит обычный день в Рамадан? За несколько часов до рассвета полагается поесть, затем прочитать молитву о начале поста. Верующие восхваляют Бога и обещают воздерживаться от искушений на протяжении всего дня. В светлое время суток постящимся приходится отказываться от умышленного приема пищи и воды, физической близости, от приема лекарств, кроме инъекций, курения, небогоугодных мыслей, действий и слов. После захода солнца мусульмане собираются на вечерний прием пищи. Начинается трапеза с молитвы. Разговляются едой, которой не касался огонь. Обычно это финики или вода. Завершается Рамадан праздником Ураза-Байрам. В этот день мусульмане всего мира идут в мечеть на совместную молитву. Празднование продолжается дома, в кругу родных и близких. Счастливого Рамадана!